указом президента Российской Федерации семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Те семьи, которые не определились пока еще, они могут подать заявление, не получили эту выплату, в органы пенсионного фонда, либо в МФЦ, или же дистанционно через личный кабинет. Кроме того, те семьи, у которых детям исполняется 3 годика, начиная с июля по сентябрь, то они вправе тоже подать, соответственно, заявление на выплату 10 тысяч рублей единовременной, который полагается семьям, которые имеют детей от 3 до 16 лет. На каждого ребенка, соответственно, выплачивается эта сумма 10 тысяч рублей. Эта выплата носит заявительный характер, поэтому все те, кто еще не получили по каким-то причинам эту выплату, либо ребенку исполняется 3 годика вот в тот период, который я назвала, с июля по сентябрь, вправе обратиться в органы пенсионного фонда, в МФЦ или в любом другом учреждении, которое имеет право на прием заявлений. Поэтому до 1 октября есть, соответственно, еще время.